Друзья, встречайте, первый Royal Master в СНГ Владимир Хигай! Ну что, друзья, мы дождались этого замечательного, долгожданного момента. Для начала я хотел бы начать со слов благодарности. И в первую очередь, конечно же, поблагодарить вас, дорогие и любимые партнеры. Это наше общее с вами достижение. Это общая победа каждого из вас. Мы благодарны каждый день вам за вашу веру, за ваше видение, за ваше трудолюбие и человечность. Мы вас очень любим. Вы самые лучшие! Отдельно я хотел бы благодарить замечательную супружескую пару. Я не буду называть имен, но именно благодаря им мы сегодня с вами сегодня здесь собрались. Именно благодаря им Атоми открылась в России и впоследствии в Казахстане. Большое вам спасибо за знакомство с Атоми. Вы для нас лучший пример доброты, трудолюбия и щедрости. Особенную благодарность я хотел бы выразить своей маме. Мама, большое спасибо за все правильные мысли, за все правильные действия, за мотивацию и поддержку с самого начала. Строить этот бизнес вместе с тобой бок о бок – это одно удовольствие и огромная честь. Я тебя люблю. Конечно же, я хочу поблагодарить Атоми Казахстан. Наш филиал открылся не так давно, но мы уже полюбили сотрудников филиала как своих родных. Я хочу поблагодарить вас, Атоми Казахстан, за ваш профессионализм, за ваше стремление сделать как лучше, расти, развиваться и приходить к взаимопониманию. Мы верим вам, мы верим в вас. Ну и, конечно же, я хотел бы поблагодарить всех вас, атомианцы, атомианцы Казахстана и других стран. Возможно, мы с вами в разных командах, но мы с вами в одной сборной, сборной Атоми Казахстан. Открытие филиала – это наша общая с вами заслуга. Вклад каждого из вас бесценен. И Атоми Казахстан, в свою очередь, является игроком в сборной Атоми во всем мире. Давайте прикладывать и впредь все наши усилия, чтобы мы стали самым сильным, мощным и ключевым игроком на мировом рынке Атоми. Так. Теперь я хочу попросить тех из вас, кто в компании меньше года, поаплодируйте, пожалуйста. Супер! Я хочу вас поздравить, потому что вы находитесь в очень нужном месте, в очень нужное время. Вы уже успели сделать первые шаги, сказать первое слово, попробовать первую продукцию. У вас уже что-то получается, и у вас еще все впереди. Вас ждет увлекательное путешествие. Я поздравляю вас с этим! Так, а теперь кто в компании от 1 до 2 лет? Давайте покажем, как надо аплодировать. Супер! У вас уже много что получается, еще больше, наверное, не получается. Но я тоже хочу вас поздравить, потому что и у вас тоже все впереди. Все будет. Ну а есть кто в компании уже около 3 лет? Давайте покажем, как надо хлопать. Отлично! Вы настоящие лидеры. За эти 3 года кто-то мог сойти с дистанции, но не вы. А что это, если не лидерство? И я вас также поздравляю, потому что, друзья, у вас тоже все еще впереди. Почему я могу уверенно так об этом заявлять? Потому что мы с Микой в компании 3,5 года, и у нас тоже все еще впереди. Почти 3 года назад я заявил на весь мир, что моя главная цель в Атоми — это не Imperial Master. Да, казалось бы, осталось 2 ранга и вроде бы все. Но нет, это не так. Наша главная цель в Атоми — привести более 10 тысяч партнеров в международный лидерский клуб. Наша цель — чтобы более 10 тысяч людей зарабатывали более 100 тысяч долларов в год.
Как думаете, 10 тысяч партнеров в лидерском клубе – это много или мало? Мало? Для вашего понимания, когда у нас будет 10 тысяч партнеров в лидерском клубе, у нас в структуре будет 200 Imperial мастеров. Плюс-минус. И я уверенно могу заявлять, что это моя цель, потому что я планирую этот бизнес в Атоме строить еще минимум 64 года. Потому что Атоме, друзья, это бизнес навсегда. Это бизнес до самого конца. Это бизнес, в который не страшно вложить, посвятить всю свою жизнь. Потому что наша задача – счастливить людей. А счастливить людей по всему миру. Мы справимся с этой задачей? Если 10 тысяч человек вступает в лидерский клуб, как вы думаете, здесь присутствующих, сколько людей вступит в лидерский клуб? Все, кто не сойдет с дистанции, абсолютно верно. Потому что каждый идет со своей скоростью. Так, ну а теперь приступим. К сегодняшнему дню я подготовил список советов, которые, на мой взгляд, жизненно необходимы для достижения успеха в Атоме. Я выписал 28 советов. Я очень люблю советовать. Но я решил ограничиться тремя, потому что 28 запомнить трудно, а три, я очень верю, что вы унесете сегодня с собой. Это будут не самые три важных совета, не самые три главных, но это будут три совета, возможно, которые вы услышите впервые. Возможно, это то, на что вы не обращали внимания, но это очень важно. Первое, без чего я не могу начать никакой совет, конечно же, первый совет, он вам всем близок, наверняка вы все это знаете, это заботиться о душе, заботиться о своих партнерах. В первую очередь всегда ставить интересы партнеров. Иметь философию давать, а не брать. Когда вы кого-то рекрутируете, не иметь мысли, о, что я с этого поимею, если этот человек зарегистрируется. Нет. Иметь мысль, что я могу этому человеку дать, как наставник, как спонсор. Как мы можем сотрудничать вместе, взаимовыгодно всю жизнь. Иметь это мышление не только по отношению к партнерам, но и по отношению к спонсорам. Не что я могу взять у спонсора, что я могу дать спонсору. Не что я могу взять, получить от компании, что я могу дать компании. Потому что мы, игроки одной команды, партнеры и компания. Чем лучше дела идут у компании, тем лучше дела идут у партнеров. И наоборот, здесь прямая связь. Поэтому разумно желать добра и развития компании. Думать, что вы можете сделать. Поэтому для меня было одной из самых главных целей внести большой вклад в развитие Атоме в Казахстане. Для меня было большой целью сделать так, чтобы Казахстан заявил о себе на весь мир. Сделать так, чтобы мы обогнали другие страны СНГ. И мы это сделали. Пока только по рангам, но будем стремиться догонять и обгонять по товарообороту. Правда? Отлично. Запомните, первый совет – иметь мышление давать, а не брать. Именно дать, а не взять – это самая выигрышная стратегия в нашем бизнесе. Потому что сам маркетинг-план прописан таким образом. Если вы хорошо понимаете маркетинг-план, то вы хорошо понимаете эту стратегию. Если вы следуете этой стратегии, то вы непременно станете победителем. Второй совет – иметь благодарное сердце. Будьте благодарны тому, что у вас есть, нежели сокрушаться насчет того, чего у вас нет. Будьте благодарны партнерам за то, кем они являются, нежели вините их за то, кем они не являются. Будьте благодарны всему тому, что у вас есть, потому что именно благодаря этому вы добьетесь успеха, а не благодаря тому, чего у вас нет. Не оправдывайте себя, что у меня не получается, потому что я что-то не такой. Вы такие. Давайте все скажем вместе с вами. Я супер! Я супер! Давайте еще раз. Я супер! Я супер! Потому что это выбор, друзья. Это решение каждого из вас. Если вы... Ну, вам уже деваться некуда. Вы все заявили. Вы супер. Если вы супер, а вы супер, то у вас обязательно все получится. И третий совет на сегодня.
Не сравнивайте себя ни с кем, кроме себя самого. Не сравнивайте себя с кем-то другим, который строит бизнес в Атоме. Сравнивайте себя с самим собой вчера, с самим собой месяц назад, с самим собой год назад. Потому что если у вас есть рост, у вас будут результаты. Если вы идете вперед, вы непременно придете к цели, к своей цели, своим путем, к своему успеху, со своей скоростью, благодаря тому, что вы супер. Не благодаря тому, что у вас нет каких-то данных. У вас есть все, что делает вас вами. Все, чего вам не хватает, вы можете набраться по мере этого пути. Совершенствуйтесь по пути, будьте сильнее, лучше, умнее, мудрее с каждым днем. Ведь в этом смысл жизни. Приносите счастье окружающим. Растите вместе с компанией. Компания дает такой замечательный шанс, возможность расти вместе с компанией. Знаете, сейчас наступили непростые времена, и жить на самом деле страшно. Ой-бай, многим страшно. И страшно больше даже не за самих себя, а за детей. Страшно многим, но не нам. Потому что мы находимся в нужном месте, в нужное время. Потому что мы находимся в надежной компании, за которую можно не бояться. Компании, которые ставят на первый план не финансовую выгоду, а человеческие ценности, долгосрочные, долголетние взаимоотношения до самого конца и дальше. Компанию, которая позволяет нам строить глобальный бизнес по всему миру, тем самым не привязываться ни к политической, ни к экономической ситуации ни одной страны. Весь мир на нашей ладони. Мы можем развивать этот бизнес по всему миру без каких-либо рисков. Самое главное, друзья, наберитесь терпения, потому что это очень увлекательный путь. И для меня это путь длиною в жизнь. Ну и в завершении я хотел бы сказать, что пахал я с утра и до самой ночи. Нет, не то. Сейчас. Мы начали как все. Мы начали с нуля. Нет, тоже не то. Все было не зря. Так. На самом деле, в завершение я хочу сказать, что мы с Микой живой пример тому, что все в Атоме правда. Что простая алматинская пара без специального обучения, без специальных навыков, без опыта в сетевом бизнесе, без опыта в предпринимательстве могут стать топ-лидерами, могут построить мощнейшую команду, целиком и полностью полагаясь на партнеров, на компанию, веря 100% компании. Поэтому я... В завершении хочу вам всем пожелать, чтобы вы верили в компанию, в партнеров, в спонсоров на 100%. Казахстан! Алга! 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 Алга!